Традиционно День работника многофункционального центра отмечается 27 июля. Тогда же вышел федеральный закон об оказании государственных и муниципальных услуг. Поздравить сотрудников МФЦ с профессиональным праздником пришли лидеры движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» и представители администрации. В последнее время немного появляется новых профессиональных праздников. День работника МФЦ – один из них. Роль этой структуры в жизни государства нельзя недооценить. Потому что вы, по сути дела, для тысяч людей являетесь лицом власти, лицом государства, лицом тех услуг, которые граждане от государства получают. В 2014 году в Химках открылось первое отделение многофункционального центра. На тот момент функционировали 15 окон обслуживания. На сегодняшний день их число увеличилось до 70. Недавно были открыты два новых подразделения в Сходне и на Левом берегу. Очень приятно видеть и знать, что наш Химкинский многофункциональный центр занимает лидирующие позиции во всей Московской области. Я искренне хочу пожелать всем сотрудникам нашего МФЦ здоровья, успехов, побольше позитивных, приятных посетителей. И спасибо им огромное. В Химкинском МФЦ оказывают полный спектр услуг на всех уровнях – федеральном, региональном и муниципальном. Всего в центре работают 240 человек. Показателем их профессиональной деятельности являются высокие оценки и положительные отзывы от заявителей. Юрий Мартынов, директор МФЦ в городском округе Химки, отметил, что достичь успехов не удалось бы без такого профессионального коллектива. Мы все знаем, что в наше МФЦ обращаются жители с разных районов Московской области, из Москвы, из соседнего субъекта Российской Федерации. Считается, что документы, принятые в МФЦ городского округа Химки, никогда не подлежат возврату, они приняты правильно, грамотно, толково. И при этом вы оказываете всяческое внимание нашим заявителям. Ваша, говорится, улыбка, ваше внимание сопровождает процедуру приема этих услуг. Уверенно занимая лидирующие позиции в регионе, Химкинский МФЦ будет продолжать активно развиваться. Вскоре планируется открытие криптокабины. Она позволит быстро оформлять загранпаспорта на 10 лет. Также появится новый офис для оформления электронных услуг. В общем, впереди много планов, реализация которых – лишь вопрос времени.